Донатра – це сочинение красноярского композитора Евгения Чихачева. «Апофеозис» и три юношеские пьесы для фортепиано исполняет автор. Thank you.
еще Рихтер иногда грустил. А еще Рихтер мог отменить все запланированные концерты и вместо них ходить пешком по Москве. Вдоль и поперек 30 километров туда и обратно. Однажды он после одной из таких прогулок вернулся домой и увидел в своей квартире женщину. Рихтер удивленно посмотрел на нее и уже хотел было спросить, кто она такая и что она здесь делает. Но вдруг вспомнил, что в каком-то из недавних концертов он забыл текст в сонате Бетховена. Досада охватила его, и он молча зашел в свою комнату и погрузился в состояние глубокой меланхолии.